И далее звучат слова, которые для всего христианского мира являются словами, полными надежды на спасение в Боге и с Богом. Некоторые наши братья-христиане называют эти слова золотым стихом Библии. Давайте вслушаемся в эти слова. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Ты слышишь, брат? Ты слышишь, сестра? А ты мое сердце слышишь? Всякий, верующий в Него, может обрести жизнь, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Вечная жизнь – это и есть Христос. Вечная жизнь – это жизнь во Христе и со Христом, которая, начавшись в этой временной жизни, уже никогда не прекращается. –